Здравствуйте, мы рады приветствовать вас на телеканале Шоп-н-Шоу. Рубрика «Красота открывает свои двери». У нас заключительный час на сегодня и премьера «Новая заря» в гостях. И вместе со Светланой Воронцовой мы познакомим вас с этим брендом. Здравствуйте, дорогие наши. Во-первых, мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям. Поздравляем вас с Великой Пасхой. Сегодня у нас чудесный день. И, конечно же, в честь этого праздника мы приготовили для вас самую лучшую коллекцию от известного российского бренда «Новая заря», который начал свое существование 154 года тому назад. Самые лучшие традиции русских парфюмеров собраны в золотой коллекции этого бренда. Давайте пройдемся сегодня по магазинам, по бутикам и шоурумам бренда «Новая заря». Мы окунемся с вами в атмосферу королевскую. И мы готовы сегодня преподнести для вас подарочный набор от «Новой зари» под названием «Красная Москва». Легендарная «Красная Москва», которая уже насчитывается сегодня 154 года. Сегодня этот аромат является находкой дня. Да, давайте посмотрим, как красиво в магазинах «Новой зари». Да, действительно, мы окунаемся с вами в королевскую роскошь. Ведь именно эти духи по заказу императора были созданы для Марии Федоровны, императрицы. 154 года, живая связь времен. И сегодня, когда уже прошло много лет, мы вновь окунаемся с вами в эту историю. Это духи с богатой историей. Но давайте посмотрим с вами на этот подарок. Орешенька, мне так нравится, во-первых, само дизайнерское оформление. Да уж, легендарная классика в лучшем исполнении. Обратите внимание, это подарочный набор «Новая заря», духи «Красная Москва». Вы получаете по цене находки дня 999 рублей духи объемом 42 миллилитра плюс дезодорант 75 миллилитров. И все это в эксклюзивной подарочной упаковке. Даже если когда ваши духи закончатся, вы можете сюда класть ваши любимые украшения. Да. Действительно, связь времен. Давайте окунемся в эту королевскую эйфорию. Мне очень нравится то, что этот аромат действительно это воспоминание, ностальгия. Обратите внимание, что здесь собраны самые лучшие традиции парфюмеров мира. Ведь основатель этого бренда Генрих Бракком, на самом деле Генрих Брокар, он основал этот бренд 154 года тому назад. Верхние ноты грейпфрута, цитрусовых соединяются с бархатистыми нотами жасмина. Этот легендарный аромат, конечно же, в центре его королевская роза. Невозможно с вами не ощущать аромат ванили, который добавляет сладости этим ноткам. Духи «Красная Москва» – желанные духи для любой женщины. Живя за пределами Москвы, многие женщины мечтают вновь подарить самой себе этот небольшой, но такой стильный флакончик. Кстати, Ариш, когда мы приезжали на завод бренда «Новая заря», многие технологи, парфюмеры рассказывали, что именно в этом аромате они не меняли ничего. То есть мы можем с вами судить, 154 года этот аромат с лучшими традициями императорского двора, он сохранился в этом флаконе. Здесь роскошь, женственность, статус. В этом аромате есть все. Ну и главное, конечно же, ваша тайна обольщения и обоняния. Если вы когда-то в молодости пользовались духами «Красная Москва», вы их любили, они навевают вам воспоминания, то вы можете быть уверены, что это та же «Красная Москва», это тот же аромат, который подарит вам сладкие нотки ностальгии. Потрясающий аромат, который обожала моя бабушка, который пользовалась моя мама. Обратите внимание, в первозданном виде осталась и упаковка, и флакон. Тонкий шлейф этого аромата будет сопровождать вас, как дорогой королевский наряд. Если честно, дорогие женщины, эти духи выбирает та женщина, которая чувствует себя королевой во всем. Это красивая прическа, это красивые украшения и нарядное платье. Давайте посмотрим на нашу модель Татьяну Крицкую, которая выбирает этот аромат сегодня для своей любимой мамы. Этот аромат – выбор женщин, взрослых женщин после 40-45 лет. И действительно, если вы пользуетесь этим ароматом, но у вас уже остается несколько капель, сегодня тот случай, когда не надо специально ехать за этим подарком в Москву. Этот подарочный набор придет сегодня вам. И я уверена, что многие мамы, наши мамы, сегодня будут с ностальгией вспоминать и самые яркие события в их жизни. Самый желанный аромат многих миллионов женщин не только в нашей России, но и за границей. Иностранки приезжали, когда в Советский Союз, в Россию, они с удовольствием шли в магазины «Новой зари» и покупали для себя этот
этот аромат. За 999 рублей вы получаете сегодня роскошный набор в подарочной упаковке, который порадует вас или вашу любимую женщину. Известный предприниматель-парфюмер Генрих Бракар 154 года тому назад создал для великой императрицы аромат, который спустя годы через поколение передается сегодня нам. Это богатая история, которой мы можем сегодня с вами прикоснуться. Больше того, мы можем надеть на себя этот королевский наряд. Милые наши женщины, очень радостно, что, пройдя сквозь года и эпохи, мы вновь возвращаем лучшие традиции императорского дома. Но это не все. Это самое главное приобретение сегодня. Солнце озаряет сегодня Москву, золотые купола, великий праздник. И именно сегодня мы начинаем наш красивый день с этого достойного и красивого аромата. Многие спрашивают сегодня, Светлана, когда вы порекомендуете надевать это яркое платье? Конечно же, это вечерний выход. Но для того, чтобы разнообразить ваше весеннее и летнее настроение, у нас для вас есть яркая коллекция, созданная парфюмерами великого дома, парфюмерного дома «Новая заря». Лучшее мы собрали сегодня в нашем прямом эфире. Тайна прямо сейчас на ваших экранах. Классика жанра в лучшем исполнении. Если вы хотите сегодня заполучить лучший аромат, которому отдавали парижские парфюмеры гран-при, то это парижская серия, то этот аромат стильная сирень, волшебная сирень. Далее, тет-а-тет, классический аромат, который знаком многим женщинам. Это Реноме, это мой выбор сегодня. Современная разработка парфюмеров «Новой зари» сегодня предлагает вам лучшие традиции современных ароматов мира. Ну и «Злато скифов» – роскошный золотой аромат, сладкий запах. Вместо золотых украшений многие из вас надевают «Злато скифов». Ну и еще традиционно мы поговорим о лучших ароматах, к которым относится «Кузнецкий мост». Этот аромат был создан 30 лет тому назад. И, конечно же, волшебные пачули, афродизиаки. Тогда это было запретно, но, несмотря на это, для избранных парфюмеры «Новой зари» создавали эти ароматы. Сегодня, благодаря тому, что «Новая заря» сотрудничает с телеканалом «Шоп-н-шоу», мы можем прикоснуться с вами к каждому из них. Абсолютная премьера на телеканале «Шоп-н-шоу» впервые на нашем телеканале. Для тех, кто не может и не имеет возможности посетить бутики в Москве или Санкт-Петербурге, мы дарим вам сегодня такую возможность, не выходя из дома. Вы получаете роскошную подарочную упаковку. В ней вы найдете свои любимые духи «Красная Москва» 42 мл и плюс еще подарок 75 мл дезодорант. Кстати, сегодня, нанося дезодорант на тело, я поняла, что этот аромат не отличается от аромата духов, да. Но он более легкий, скажем так, разбавленный. Для яркого летнего праздничного вечера нанесите в область ушек или в область декольте этот аромат. Сегодня мы приветствуем гостей нашей красивой рубрики. Эти потрясающие женщины передают свою красоту и воспоминания каждой из вас. Мы приветствуем сегодня в нашей студии очаровательную Марину. Мариночка, расскажите, пожалуйста, почему сегодня, спустя столько лет, мы вновь с вами возвращаемся к этому аромату? Почему сегодня из богатого выбора туалетных вод, парфюмированных коллекций, мы выбираем все-таки «Новую зарю» «Красная Москва»? Я с удовольствием поделюсь своей историей. Она у меня есть, и она очень интересная. Эти духи помогли мне и в карьере, и устроить личную жизнь. Я долгие годы проработала в военной структуре, в очень серьезной организации. Это военная форма, это построение, это стрельбы и все такое прочее. И на одно из зачетных совещаний я собиралась и уже даже опаздывала. И решила к своей форме нанести еще пару капелек Красной Москвы. Вы не представляете, что это было. Мужчины все поднялись. Они просто меня просто сопровождали взглядами. А самый ответственный начальник даже выронил документы. Да, вот это вот все сделала Красная Москва. Спасибо да. вам огромное. Мариночка, мы рады за вас, за то, что у вас так ярко сложилась ваша жизнь. И я думаю, что сегодня не только жители Москвы, но и все те, кто смотрит нашу программу, смогут выбрать для себя не только духи «Красная Москва», а подарочный набор в честь праздника Великой Пасхи. Легендарные духи «Красная Москва» сегодня предстают перед вами в подарочной упаковке. Вы получаете
Этот роскошный подарок, который подарите себе, либо своей женщине любимой. 999 рублей. Посмотрите на эту красоту, посмотрите на эту роскошь. Дезодорант 75 мл для тех, кто не любит расставаться с любимым ароматом. И духи, которые в объеме 42 мл. Успевайте заказать прямо сейчас. Звонки бесплатные. У нас невероятный ажиотаж в колл-центре. Дозванивайтесь, заказывайте прямо сейчас. Дорогие друзья, сегодня мы готовились к этой программе, и перед тем, как выйти в эфир, мы просматривали всю коллекцию и собрали по вашим отзывам, по рекомендациям москвичек и, конечно же, парфюмеров «Новой Зари» самое лучшее. Здесь мы видим и тайну. Здесь мы можем прикоснуться к любимым ароматам, таким как «Реноме». Реноме – современный аромат для женщин, которые обожают жить в современном ритме. Мы забрали для вас уникальную коллекцию сегодня, заказав для себя всю коллекцию, 5 ароматов, допустим, вы получаете бесплатную доставку в любой регион. Давайте познакомимся с ними. Дорогие друзья, сегодня мы представим вашему вниманию персидская сирень. Этот аромат был признан в Париже на огромном фестивале парфюмерии и завоевал гран-при. И оттеснил на вторые места парфюмеров Франции. Генрих Бракар внес в легендарные ароматы бренда «Новая Заря» действительно печать качества. Эти ароматы сегодня желает видеть каждая женщина и желает их выбрать для себя. Реноме – это мой выбор. Ну а Арина выбрала сегодня золото, злато скифов. Это тоже можно считать деловым, классическим ароматом для тех женщин, которые любят роскошь. Эксклюзивно на телеканале Shop and Show. Только в магазинах, фирменных магазинах «Новая Заря» можно приобрести эти духи. Вы получаете сегодня с доставкой на дом свой любимый аромат и наслаждайтесь этим запахом. Дорогие девушки, дорогие женщины, я уверена, что каждый из нас знает тайну обольщения, и эта тайна принадлежит только вам. Для тех, кто всегда остается загадкой для своего любимого, для тех, кто не хочет раскрывать свою тайну счастья, не раскрывайте. Счастье любит тишину. Но эти духи, когда только открывается флакончик, и мы наносим несколько капель на свое тело, все завесы открыты. Только тогда, когда женщина облачается именно в эту вуаль потрясающего аромата «Тайна» духи от «Новой Зари». Именно тогда мы начинаем понимать, почему эта женщина становится центром внимания для всех мужчин. Давайте мы вместе с вами сейчас услышим эти яркие, соблазнительные ноты великих духов от «Новой Зари». Духи называются «Тайна». Сегодня здесь верхние ноты листья фиалки. Нежная фиалка подарит вам женственность. Ну, роза – это королева цветов. Куда без нее? Действительно, этот мягкий бархатный аромат, искры нежных срединных нот, розы, сладостного запаха пачули. Между прочим, пачули относят сегодня именно к афродизиакам. И это используют женщины для обольщения мужчин. Духи отличаются своей стойкостью. И именно поэтому шлейфовые ноты добавляют капли амбры. Этот медовый, пленящий аромат действительно аромат искушения. Подарите себе сегодня тайну. Тем более сегодня цена эксклюзивная, у нас абсолютная премьера. Сегодня вы за 899 рублей получаете сразу 2 флакона. Обратите внимание, по 16 мл. Один оставляем дома, берем с собой, дарим своим любимым женщинам, сестре, маме, бабушке и наслаждаемся этим потрясающим ароматом. Премьера впервые, и у нас финальный эфир на сегодня. Давайте поприветствуем нашу гостью, потрясающую Ксению, которая выбирает для себя эти духи. Действительно, тайна женщины. Тайна женщины не только в ее глазах, не только в ее душе и сердце. Женщина, которая выбирает для себя не только красивое платье, но и оставляет шлейф. Этот аромат невозможно забыть. Он богатый, он очень яркий. И мне, конечно же, очень нравится, что этот аромат очень бархатный. И мягкость этого аромата будет очень слышится ярко именно в весеннее-летнее время. С этим ароматом мы можем начать свой день. Ваше утро будет очень мягким и нежным. Ну а когда днем вы узнаете, что вас пригласили на встречу, на свидание или у вас впереди праздничное мероприятие, в вашей сумочке лежит ваш любимый и долгожданный флакончик с духами «Тайна». Нанесите его на область запястья или в область декольте или шеи. А может быть, вы нанесете его на ваши прекрасные волосы. И все, вы дополните
наполнили свой ансамбль этой тайной. Ариночка, но у нас для наших телезрителей есть еще одна история, которую озвучил технолог-парфюмер бренда «Новая заря» по имени Светлана. Давайте еще раз прогуляемся по магазинам «Новой зари». И эти бутики действительно всепоглощающие тайна ароматов. Внимание на экран! Тайна женщины в ее аромате. «Новая заря» предлагает свою маленькую тайну каждой женщине. Моя близкая подруга Валентина пользуется духами тайны уже многие годы. И она мне рассказала историю. Когда она шла по улице, ее догнал мужчина и спросил: «Девушка, чем от вас так хорошо пахнет?» Она сказала: «Тайна». Он говорит: «Ну как тайна? Я хотел бы эти духи преподнести своей жене». Она говорит: «Это тайна от новой зари». Итак, действительно, у каждой женщины есть тайна, но эта тайна только ваша. Мне хочется, Ариночка, напомнить, что духи – это та смесь ярких ароматов, это та яркая мелодия, которая на каждой будет слышаться по-своему. Для женщин ярких, брюнеток, этот аромат будет более теплый. Для женщин-блондинок этот аромат со светлой кожей, этот аромат будет более мягкий, бархатный и нежный. Мы рекомендуем аромат «Тайна» для тех женщин, которые обожают таинственный образ, который всегда является загадкой для своего мужчины. 899 рублей вы получаете сразу два флакона. Это два флакона стойких духов по 16 миллилитров. Вот она, ваша тайна. Этот аромат вы можете наносить и днем, и вечером. Этот аромат можно считать самым оптимальным для тех, кто любит загадочный образ. Успевайте сделать свой бесплатный заказ прямо сейчас. Звонок, и у нас заключительный эфир. У нас премьера на телеканале Шоп-н-Шоу. Вы так долго ждали, когда «Новая заря» будет на наших экранах, и вы сегодня ее получаете. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы переходим к одному из самых главных ароматов в жизни Генриха, создателя бренда Брокара. Мне очень нравится, что в этот аромат он вложил свою любовь к своей супруге. Пройдя через много лет именно любовных отношений со своей женщиной, Генрих подарил своей любимой этот аромат и назвал ее персидская сирень. Нежный цветочный аромат сочетается с каплями меда. Он такой же сладкий, как и вся жизнь рядом с этой любимой женщиной. И этот аромат был действительно посвящен серебряной свадьбе. Этот аромат был, можно даже сказать, единичным экземпляре для своей любимой женщины. Но прошли годы, и тайну этого аромата раскрыли парфюмером бренда «Новая заря». Так появился на прилавках аромат под названием «Персидская сирень». Аромат сирени считается классическим в парфюмерии, но этот аромат, он необычный. Конечно, верхние ноты украшает сирень. Дальше идет шлейф из сандала. Это потрясающий такой стойкий аромат. Шлейф амбры. Что да, действительно, маслянистые ноты нужны в духах, потому что именно масла добавляют стойкости аромата. Шлейф пачули. Напоминаю, что пачули – это афродизиак. И именно такие нотки используют женщины для обольщения мужчины. И то, что в шлейфовых нотах имеется бергамот, добавляет, как будто бы чуть-чуть разбавляет этот сладкий персидский аромат нотками свежести. Также за 899 рублей вы получаете два флакона по 16 миллилитров стойких духов. Обратите внимание, вообще аромат сирени – это классика жанра. Но мы со Светой перед эфиром обсуждали именно этот аромат, и он все-таки необычный. Для тех, кто любит запах сирени, но уже хочет какого-то разнообразия. Да, действительно, этот аромат очень сладкий. Этот аромат очень вкусный, сочный. И действительно чувствуются нотки меда, он медовый. Почему этот аромат назван именно персидская сирень? Потому что мы знаем, многие восточные ароматы сладкие, но не приторные. И здесь мне очень нравится именно соединение. Посмотрите, какой он густой, медовый. Он очень вкусный. И я бы этот аромат советовала вам наносить в вечернее время, когда солнце уже садится, прохладный летний ветерок оставляет шлейфовые ноты потрясающей сирени.
Мне очень нравится этот аромат, очень яркий, динамичный. И мы приветствуем у нас в гостях потрясающую, очаровательную Марину. Это модель рубрики «Красота». Мариночка сегодня тоже выбирает для себя этот аромат, даже тон в тон под сиреневое платье. Мои любимые ноты. Да, потрясающе, действительно. Вот представьте, да, что мужчина, влюбленный в свою жену, в свою женщину, может создать для нее, если он парфюмер. Это как художник может нарисовать самую потрясающую, самую красивую картину для нее. Если сейчас мы прикоснемся с вами к этому теплу, мы действительно почувствуем аромат сирени, когда поднимается солнце, когда женщина надевает на себя летящее, струящееся шифоновое платье, или деловая женщина идет на праздник и надевает платье-футляр. Собранная прическа, невероятно красивые глаза. И так хочется порадовать себя этим медовым вкусом с ароматом сирени. Ты знаешь, Арин, вот по статистике многие социологи, психологи, многие парфюмеры, и когда изобретали вот именно ароматы, они все время ориентировались на исторические факторы. И именно поэтому мы сейчас вспоминаем, что этот аромат, персидская сирень, ему более 150 лет. Именно те времена, когда создавался парфюм, духи «Красная Москва», тогда и появился этот аромат, который был подарен супруге основателя бренда «Новая Заря». За столько лет этот аромат уже стал абсолютной классикой, которая сегодня доступна вам на нашем телеканале. Уже заказано у нас, внимание, 100 комплектов. Почему я говорю комплекты? Потому что за 899 рублей вы получаете сразу 2 флакона по 16 миллилитров. Посмотрите, и это невероятно выгодно. Для тех, кто не может посетить бутики, которые есть только в Москве, вы можете прямо сейчас прикоснуться к прекрасному и увидеть, что такое классический аромат от бренда «Новая Заря». Дозванивайтесь прямо сейчас. Для тех, кто мечтает собрать для себя полную коллекцию, специально для таких модниц, у нас прямо сейчас бесплатная доставка от суммы заказа 3990 рублей. Ну, давайте посмотрим на нашу коллекцию. Здесь собрались ароматы для дневных выходов, для делового собрания, например, для делового выхода. Здесь есть красивые вечерние ароматы винтажные, такие как «Тет-а-тет». Невозможно отказаться от тайны. Вот именно эта тайна сегодня тоже становится одним из хитов. Персидская сирень – это более вечерний аромат, когда вы можете надеть этот аромат вместе с ярким платьем. Уже говорили сегодня о популярности аромата «Тет-а-тет». Это история, это классика, это винтаж. Ну и, конечно же, мой выбор, современная разработка, так же, как и другие мировые бренды парфюмерных домов – это «Реноме». Мой выбор сегодня, и мне очень нравится выбор «Ариши» «Злата Скифов». Это фруктово-цветочный аромат с персиками, с яблоками, с королевской розой, с ванилью, с амброй. «Кузнецкий мост» – это история тоже бренда «Новая Заря». Мы собрали все самые лучшие ароматы для вас. Успевайте дозвониться прямо сейчас, ведь у нас абсолютная премьера и финальный эфир на сегодняшний день. Так мало времени нам отведено. Давайте успеем сделать себе подарок прямо сейчас. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем знакомить вас с находкой сегодняшнего дня. Этот аромат, который называется «Красная Москва». Когда-то он носил название «Лучший букет для императрицы». Мы сегодня поговорим с вами о тайне, которая есть у каждой женщины. Мы окутаем себя ароматом любимых духов. Я выбрала сегодня «Реноме». И побыть наедине с любимым, тет-а-тет. Сегодня мы можем с вами углубиться в наши любовные разговоры, подарить друг другу счастье и любовь. И это все благодаря празднику, который сегодня у нас впервые на телеканале «Шоп-н-шоу». Сегодня мы говорим с вами о классических ароматах от бренда «Новая Заря», тех, о которых вы знали, помните, о которых оставили у вас такие сладкие ностальгические воспоминания. И говорим о новых духах от бренда «Новая Заря», потому что этой компании уже много-много лет. Ну что ж, Ариш, ты знаешь, я обратила внимание, что дизайн флаконов бренда «Новая Заря» очень удобен. Ты держишь в руках этот удобный флакон, кончик, и действительно он такой нежный. Мне очень нравится, что разработка дизайнеров и парфюмеров бренда «Новая Заря» касается всего. Это классика. Итак, духи «Тет-а-тет». Давайте сейчас послушаем эту нежную, но в то же время незабываемую мелодию. Этот аромат открывает нам сегодня тайны, тайны любви. «Тет-а-тет» мы сегодня только наедине, сама с собой, со своим любимым. Итак, начальными нотками
ароматами этого аромата, конечно же, является цитрусовый вкусный сочный мандарин. Мне очень нравится то, что в аромате присутствует королевская роза, пачули. Напомню, что в каждом аромате бренда «Новая заря» присутствуют афродизиаки. Именно они сегодня способствуют легкому обольщению мужчин. Жасмин, шлейфовые нотки ванили с древесным мохом делают этот аромат очень стойким и ярким. Свет, вот ты как эксперт по красоте, расскажи, пожалуйста, вот какая она для тебя женщина, которая пользуется ароматом тет-а-тет? Это женщина, которая знает себе цену, она чувственна, она яркая. Это женщина, которая любит общество и, отправляясь на любой праздник, она всегда в центре внимания. Это женщина, которая любит восторженные взгляды, комплименты. Одним словом, тет-а-тет – это аромат для избранных женщин. Действительно, женщин, которые знают толк в красоте. И тех женщин, которые любят и принимают себя. Я хочу напомнить сегодня, что аромат, который создается парфюмерами, этот аромат вне возраста. Никаких возрастных ограничений для аромата тет-а-тет нет. Этот аромат выбирает для себя Татьяна Крицкая. Кружится в ярком вальсе цветов, ванили. Этот аромат выбирает сегодня взрослые женщины за 50. Те женщины, которые всегда в душе молоды. Я думаю, каждая из нас помнит эту коробочку. Я думаю, каждая из нас знает и помнит этот аромат. Напоминаю, что по цене 899 рублей вы забираете сегодня сразу два флакона по 30 миллилитров. Два флакона по 30 миллилитров. 899 рублей. Эксклюзивная цена только на нашем телеканале и только в день премьеры бренда «Новая заря» на нашем канале. Успевайте сделать заказ прямо сейчас. Классика в лучшем исполнении. Если вы яркая женщина, если вы мечтаете почувствовать себя яркой и желанной, выбирайте бренд «Новая заря» и аромат «Тет-а-тет». Кстати, очень здорово, когда нет возможности выбрать для себя аромат, мы можем сейчас с вами визуализировать, как будто бы мы заходим в магазины, бутики бренда «Новая заря». Обратите внимание на эту роскошь. Роскошь императорского двора. Все так, как когда-то начиналось в лучшем парфюмерном доме под названием «Новая заря», все эти традиции остались неизменными. Связь всех времен. Сегодня мы можем с вами с гордостью сказать, 30-40 лет тому назад, когда эти духи только-только появились у наших мам, сегодня мы можем вспомнить, какой была моя мама. Вот эти духи, кстати, всегда стояли на будуарном столике моей мамочки. И настолько эти ощущения детства, сладости, какого-то яркого воспоминания. Действительно, женщина не может ассоциироваться без духов. Я знаю, что каждый из вас сегодня обязательно выберет свой аромат. Ну а мы с Ариной советуем вам выбирать сегодня всю богатую коллекцию бренда «Новая заря». И именно сегодня мы для вас собрали золотую коллекцию, самые лучшие хиты, которые сегодня можно приобрести в нашем прямом эфире по эксклюзивным ценам. Сегодня для тех, кто мечтает собрать для себя новую коллекцию на своем столике, мы предлагаем собрать коллекцию из 5 ароматов, разных ароматов для вас и получить бесплатную доставку в любой регион России. Тет-а-тет у нас сегодня пользуется невероятной популярностью и заказано уже 350 комплектов. Мы даже можем видеть по восторженным взглядам наших операторов, которые работают в этой студии, как они просто с любовью, с любовью смотрят на нас. И мне, конечно же, очень радостно, что этот аромат оценят по достоинству ваши мужчины тоже. Этот аромат называется «Побудь со мной наедине». Я не хочу тебя отпускать надолго, потому что хочу ощутить этот аромат сладострастия рядом с собой. Наносите аромат на те зоны и области, которые вы хотите, чтобы вас поцеловал мужчина. Не перебарщивайте с ароматом, потому что этот аромат очень яркий и стойкий. Лучше всего наносить аромат на влажное тело. Можно воспользоваться либо сразу после душа, либо нанести увлажняющий крем, который именно впитывает в себя как можно больше ярких нот этого незабываемого, яркого, сочного, вкусного аромата. Света, скажи, пожалуйста, можно ли наносить на одежду или волосы? Я бы посоветовала на одежду не наносить, потому что напомню, что этот аромат очень богат. И не забывайте, что все ароматы духов насыщены и сочные,
прочны благодаря каплям смолы. И эти натуральные капли могут остаться на одежде. А вот на вашем теле этот аромат лучше всего остается как раз на волосах. Поэтому на волосы можно. Давайте вновь вспомним эти яркие ноты, это яркое звучание. Мы видим с вами, что в начальных нотах, помимо цветов, мандарина, присутствуют также и нотки смородины, жасмина. Жасмин остается в сердце аромата. И буквально пройдет 30-40 минут, как мы услышим с вами аромат королевской розы. Шлифовые ноты афродизиаков, к которым относятся пачули, не оставят в покое ни одного мужчину, особенно вашего любимого. Шлифовые ноты ванили окутают вас радостью, счастьем, сладострастием. А вообще хочу сказать, что почему сегодня этот аромат выбирают женщины, потому что они помнят, какая реакция была у мужчин, когда впервые с красивым платьем вы надели аромат тет-а-тет. И действительно, сегодня еще есть уникальная возможность сэкономить 899 рублей, и вы получаете сразу два флакона по 30 миллилитров. Это невероятно выгодное предложение. К этому я хочу, Свет, у тебя спросить. Вот некоторые женщины говорят: нет, только французские духи, я выбираю только Францию. Подождите, друзья мои, но давайте вспомним, что бренд «Новая Заря» именно открыл свои двери благодаря предпринимателю и парфюмеру из Франции. Почему мы многие думаем, что если это французский аромат, то мы покупаем его во Франции? А вы никогда не задумывались, что именно французские парфюмеры могут работать и при императорском дворе? Именно император пригласил известного французского парфюмера Генриха к себе в гости для своей любимой жены и супруги Марии Федоровны. Именно тогда впервые появились духи под названием любимый букет для императрицы. Сегодня, продолжая лучшие традиции дома «Новая Заря», появляются духи. 30-40 лет богатства, роскоши сегодня может позволить каждый из вас. Мы можем смело назвать эти духи французскими, с французской историей, но созданные на территории России. И, конечно, на территории телеканала Shop & Show цена эксклюзивная. У нас сегодня в гостях женщины, которые являются поклонницами бренда «Новой Зари». В частности, Ольга, она является поклонницей аромата «Тет-а-тет». Олечка, здравствуйте. Здравствуйте. Мы приветствуем вас в нашей красивой студии, которая наполнена самыми яркими нотами ароматов от бренда «Новая Заря». Оль, расскажите, пожалуйста, вот что для вас означает, когда вы возвращаете себе любимые ароматы? Я думаю, что каждый из нас практиковал и использовал другие ароматы. Но почему сегодня вы вновь возвращаетесь к «Тет-а-тет»? Я расскажу свою историю, почему я верна этому аромату. Потому что я познакомилась с этим ароматом еще в студенческие годы. И с этим ароматом у меня, с «Тет-а-тет», у меня связаны романтические свидания, встречи с моими друзьями, бурная энергия. И поэтому я пронесла его до сегодняшнего времени, до сегодняшних годов. Этот аромат всегда стоит у меня на моем туалетном столике. И когда я душусь этим ароматом, у меня загораются глаза, у меня просыпается женская энергия. И я с уверенностью хочу сказать, что «Тет-а-тет» – это аромат вне времени и вне возраста. Спасибо вам большое. Вы знаете, я, Оля, соглашусь с вами. Я даже могу назвать этот аромат действительно аристократическим. Вот этот аромат, Арина, ты знаешь, я нанесла его сейчас на тело. Он раскрывается яркими нотами мандарина. Вроде бы он неуловимый, но в то же время он невероятно вкусный, роскошный. В этом аромате сочетается все. И юность. Действительно, Оля права. С этим ароматом связаны самые лучшие яркие воспоминания в нашей жизни. Ну, а наша жизнь состоит из этих ярких мгновений. Конечно, вдыхая ароматы из прошлого, ароматы ретро-классики, мы с вами возвращаемся в свою молодость. Мы с вами испытываем те же чувства, что и тогда. Напоминаю, что у нас финальный эфир на сегодняшний день нашей красивой и вкусной сегодня рубрики. За 899 рублей вы получите сразу два аромата, два флакона ретро-классики «Тет-а-тет». Тот самый аромат, который вы когда-то любили. Финальный эфир, напоминаю, и «Тет-а-тет» пользуется огромной популярностью, поэтому его остается меньше всего. Вне возраста, вне времени этот аромат сегодня выбирают как молодые девушки, так и взрослые женщины. Впервые на телеканале Shop & Show «Новая Заря». Мы собрали для вас уникальную коллекцию «Самые лучшие хиты».
тайна от бренда «Новая заря» для тех, кто любит загадочный образ. Победитель французской выставки «Гран-при» – персидская сирень, созданная специально для жены главного парфюмера этого бренда. Тет-а-тет – ретро-классика, которая поражает миллионы женщин и остается желанной для них. Дальше – «Реноме» – это более современный аромат, который вы можете подарить себе и использовать в летнее время и как вечерний вариант. Мой выбор на сегодня – это «Злато скифов» для тех, кто обожает золото и хочет носить его в любом обличии. Дальше аромат «Кузнецкий мост» также является классикой. Этот аромат обожают иностранные гости и скупают просто, не знаю, огромных количеств для своих женщин и женщины для себя. И аромат, который называется «Волшебство пачули», это аромат, который заставит мужчин просто сходить перед вами. Да. Кстати, еще один аромат, который заставит мужчину обернуться вслед уходящей женщине, это аромат под названием «Реноме». Я хочу вам рассказать историю. 40 лет назад этот аромат был запрещен к выпуску, но в потаенных комнатах фабрики «Новая заря» он создавался для тех, кто действительно был покорен этим ароматом. Однажды, услышав эту яркую мелодию, вы всегда захотите слушать эти песни. Их называют хиты. Так и сегодня, 40 лет спустя, этот аромат в яркой новой истории появляется на прилавках бренда «Новая заря». Прогулявшись по бутикам бренда «Новая заря», мы вновь и вновь с наслаждением испытываем то самое яркое ощущение, когда слышим мелодию шлейфового цветочного аромата с нотами розы, сандала и яблока. Давайте посмотрим, что сегодня у нас для вас мы приготовили. Духи от бренда «Нового заря», который называется «Реноме». За 899 рублей вы получаете сразу два флакона по 30 миллилитров. Обратите внимание, стойких духов, аромат которых будет только раскрываться все интересней и интересней на вашем теле в течение дня. Уникальная цена, эксклюзивная, финальный эфир. У нас заказано почти уже 300 комплектов. Я хочу напомнить, дорогие друзья, что сегодня тот самый день, когда впервые на телеканале Шоп-н-Шоу мы с вами будем окутаны этой действительной тайной. Это загадка, которую знает хозяйка этого аромата. Загадка искушения. Почему этот аромат я так люблю? Давайте сейчас вслушаемся в эти яркие ноты. И я уверена, что каждый из вас сможет по достоинству оценить богатое звучание этой шлейфовой мелодии. Какая же музыка звучит, когда вы наносите на себя аромат «Реноме» – бергамот? Да, первые ноты свежести. Вы можете несколько капель свежего яблока, чуть-чуть добавьте плод пассифлоры. И мне очень нравится, дорогие друзья, что этот аромат, в котором присутствует королевская роза. Очень многие женщины, кстати, Ариш, выбирают именно ароматы лилии. Мне очень нравится яркое звучание этого аромата, в котором в сердце каждого аромата присутствует жасмин. Когда вы выбираете парфюмерную композицию именно Франции, заметьте, что все парфюмеры Франции добавляют туда жасмин. Жасминовые ноты, нотки пачули, которые присутствуют практически в каждом аромате бренда «Новая заря». Это все тайна. Тайна, которая окутывает женщину. Ту, которая выбирает «Реноме». Свет, а правда, что «Новая заря» используют в каждом аромате афродизиаки? Что это такое? Да, афродизиаки, они так же, как и многие сегодня сексологи, говорят о том, что для обольщения мужчины нужны определенные ноты. И именно эти ноты парфюмеры и в лабораториях изучали, проходили исследования. Это те ноты, которые воздействуют на подсознание мужчины. И он, конечно же, будет под впечатлением, под ярким впечатлением. Афродизиаки сегодня широко применяются. И уже ни для кого не секрет, что аромат женщины во многом, конечно же, зависит, как мужчина будет относиться к вам. Мужчина может не помнить о выбранном вами платье, но выбранный вами аромат останется надолго с ним. Да, я соглашусь, я не представляю женщину красивую, яркую, без ее собственного аромата, без ее запаха, действительно, перед которым преклоняется ее мужчина. Потрясающий аромат, который может использовать, скажи, пожалуйста, вот женщины какого возраста будут ценить такой аромат? Я всем рассказывала о том, что мне уже за 40, и мне очень нравится этот аромат, который делает меня яркой и молодой. Вы знаете, если сейчас положить, например, вкусную карамельку, мы почувствуем, как она обволакивает нас, да, этот вкус сладости, но в то же время свежести. Я нашла в этом аромате действительно свой аромат.
Ариночка знает, и многие девочки, кто работает с нами на телеканале, знают, что я люблю ароматы особенные, эти необычные ароматы. Ароматы, которые не встретить ни в одном магазине. И мне очень нравится, что именно в этой композиции я нашла свои любимые ноты. Не забывайте, мои дорогие, что два флакона сегодня придут к вам. И я знаю, что моя сестра, так же, как и я, очень любит такие же сложные, но яркие ароматы. Ну вот зачем переплачивать за имена и бренды, о которых мы даже не знаем, за таможню, которая, да, оформление документов, если можно почувствовать и узнать, что такое бренд «Новая Заря». Ноты вы почувствуете сразу, они будут раскрываться в течение дня. Тем более вы получаете два флакона объемом 30 миллилитров. Только задумайтесь, насколько вам хватит этой парфюмированной воды. Давайте вновь окунемся в эту атмосферу царского двора. Обратите внимание, сколько здесь золота, красного цвета, как дизайнерски оформлена и представлена каждая парфюмерная композиция. Действительно, из этого уголка роскоши не хочется выходить. Каждая женщина мечтает пахнуть по-особенному, и именно «Новая Заря» создает для вас ароматы, с которыми вы будете особенной, которые на вас будут раскрываться по-особенному. Два флакона по 30 миллилитров вы получаете сегодня по цене 899 рублей. Это последний эфир на сегодня. А за два прямых эфира у нас заказано уже более 400 комплектов аромата «Реноме». Вы знаете, когда к вам придет этот аромат, два флакончика, окутанные золотом, вы вспомните мои слова. И я думаю, что тогда вы согласитесь со мной. Это та самая история, которую я рассказывала. Когда ты наносишь на себя эти капли богатого звучания музыки, ты становишься действительно особенной. Ты не похожа ни на одну женщину. Ты особенная. И главное, как женщина преподносит себя. Все обернутся на вас, потому что не заметить такую женщину просто невозможно. Я сегодня вместе с Ариной, с нашей съемочной бригадой, вот правда, от всей души желаю, чтобы у каждой из вас были в вашей жизни такие яркие, красивые моменты, о которых каждый раз хочется думать и вспоминать. Ты знаешь, Ариш, вот этот аромат я наношу рано утром, и он открывается действительно нотками свежести. А сейчас, когда он раскрылся, вот послушай, он совершенно другой. Ты чувствуешь аромат нежной розы. Да. И этот аромат действительно можно назвать очень красивым карамельно-цветочным ароматом. Он очень вкусный, он яркий, он ваш, он чувственный. Ну а мы продолжаем для вас собирать идеальную коллекцию. Мы собрали в нашем прямом эфире абсолютные хиты, золотые легенды от бренда «Новая Заря». Если вы хотите оставаться тайной, то аромат тайны действительно окутает вас шлейфом таинственным. Персидская сирень. Этот аромат сирени и меда нельзя забыть. Ну а аромат тет-а-тет, Ариночка, к которому мы сейчас вернемся, по заявкам наших телезрителей, это уже действительно история. Реноме, который только что был на ваших экранах, это красное, хрустящее, сладкое яблоко, потрясающее, раскрывающееся на вашем теле. Мой выбор на сегодня – это «Злато Скифов» для поклонниц золотых украшений. Для любительниц роскоши, для любительниц истории, классики – это, конечно же, Кузнецкий мост. Самые лучшие традиции парфюмерного дома «Новая Заря» собрались еще и в аромате тайны пачули. Вот действительно, таинственная пачуля является афродизиаком. И если вы заметили, то пачули в основном находится в каждом аромате «Новой Зари». А вот в этом аромате пачули еще и капли меда. Ну, мы со Светланой Воронцовой готовились к эфиру и оценивали эти ароматы. Конечно, «Красная Москва» является классикой от бренда «Новая Заря». Я хочу напомнить, дорогие друзья, что сегодня мы предлагаем вашему вниманию воспользоваться предложениями «Новой Зари». Впервые завершающий эфир сегодня посвящен любимым, лучшим ароматам. Самая любимая золотая коллекция сегодня в завершающие минуты рубрики «Красота». И мы возвращаемся к классике, к ретро-классике от бренда «Новая Заря». Это ваш любимый уже сегодня аромат «Тет-а-тет». Эксклюзивная цена только
только на нашем телеканале. Вы помните эту коробочку? Вы помните этот аромат? Вдохнув его в себя, вы поймете, насколько ароматы могут вернуть нас в счастливое время. 899 рублей и сразу два флакона по 30 мл стойких духов, которые в течение дня не покинут вас, а будут раскрываться на вашем теле. Это дорогой ретро-аромат, который выбирают сегодня многие юные и взрослые дамы. Для мечтательных и в то же время чувственных натур более 30 лет популярность этого аромата не ослабевает. И хочется сказать, что женщины, которые выбирают этот аромат, они обладают фантазиями, они задумчивы, они то мягкие и нежные, то яркие, строгие и серьезные. Поэтому сегодня для тех женщин, которые любят меняться, не выбирая каждый раз новое платье, а выбирая свой любимый флакончик духов Тет-а-Тет. Последний эфир на сегодня, финале. У нас несколько минут до конца прямого эфира. Успевайте собрать свою коллекцию. Кстати, Свет, как ты относишься к тому, что у женщины, допустим, много ароматов в ее коллекции может быть? Я отношусь только, приветствую таких дам. И на самом деле ароматов должно быть, как говорят настоящие ценители парфюмерии, более 10 ароматов. Вообще, учитывая то, что женщина... натура изменчивая в плане одежды. Сегодня с приходом таких дорогих ароматов мы можем с вами не так часто даже и гардероб свой обновлять. Хотя я приветствую всегда тех женщин, которые не боятся перемен. Вот сегодня я предлагаю вам поменять свои, может быть, даже вкусы. Вы не всегда можете разузнать тайну каждого аромата, но купив целую коллекцию, вы сможете ощутить каждый аромат на себе. Поэтому давайте с вами проведем эксперимент. Тем более, Ариночка, учитывая стоимость за два флакона, мы действительно можем этот аромат взять как для себя, так и для своих любимых. Я хочу все-таки поэкспериментировать вместе с вами. Я тоже раньше была больше консерватором. Вот я как влюбилась в один аромат, так его и покупала. Но когда однажды моя подруга, которая живет во Франции, привела меня в парфюмерный дом «Новая заря», я сошла с ума. Это было правда. Я не могла оттуда выйти. Потому что с каждым открытием нового аромата я клала себе в корзинку этот аромат. В результате я набрала себе более 12 флаконов. Потому что бренд «Новая заря» не останавливается на достигнутом, потому что этот бренд развивается, и мы с вами сегодня чувствуем как классические, так и современные ароматы. Напоминаю, что сегодня вы так же, как и Света Воронцова, можете собрать для себя полную корзину, получить бесплатную доставку в любой регион России. Давайте услышим этот дорогой ретро-аромат. Аромат для мечтательных и чувственных дам, мандарины. Как они изящно соединяются с анисом и дают это ощущение горьковинки. Но тут приходит на смену черная смородина, которая разбавляет и добавляет сладости. А вот и сердце аромата яркий жасмин, который используют французские парфюмеры. Здесь он соединяется с королевской розой, она вытесняет его на задний план. А вот и афродизиаки, шлейфовые ноты пачули. Не удивляйтесь, когда ваш мужчина действительно скажет, какая вы вкусная женщина, потому что в шлейфовых нотах присутствует и сладкая ваниль. Ощутите себя настоящей героиней самого красивого любовного романа. И в этом романе главную роль принадлежит, конечно же, вам. Света, Наталья Викторовна дозвонилась к нам из города Пенза. Она спрашивает, что она говорит, она раньше знала бренд «Новую зарю», именно аромат Тет-а-Тет. Она спрашивает, тот ли это аромат, очень хочет вернуть. Да, конечно. Я хочу сказать, что все самые лучшие традиции парфюмерии бренда «Новая заря» сохранились. Все те ароматы, которые когда-то радовали вас, делали вас красивой, сегодня возвращаются в том же исполнении. Поэтому, если вы были влюблены в этот аромат, он тот же. Единственное, что иногда добавляют дизайнеры бренда «Новая заря», это изменение флакона. Он сегодня становится более современным и удобным. Который легко взять с собой, еще потому что вы получаете в комплекте сразу два флакона по 30 миллилитров. За 899 рублей два флакона надо брать обязательно. И, конечно, обязательно для ценителей, для любителей, для тех, кто собирает коллекции эксклюзивные. Эксклюзивная «Красная Москва». Обладатели этих духов раньше пользовались огромной популярностью абсолютно везде. Сегодня вы можете повторить этот успех. Вот скажите, милые женщины, когда вы приходили к прилавку магазина и говорили «Я хочу «Красная Москва», знали ли вы, что этим ароматом пользовалась сама императрица? Я думаю, что не все знают эту историю, богатую историю, которой уже 154
4 года. Сегодня вы становитесь действительно счастливой обладательницей этого красивого набора, а вот шкатулку я всегда использую для своих украшений. И это здорово! Сегодня коллекционная для вас подарочная упаковка, которую можно подарить или подарить, конечно, себе обязательно. Многие женщины, когда выбирают духи, они всегда спрашивают у своего любимого: тебе нравится? Не всегда мужчины понимают в этих ароматах многое, но нравится или нет, они точно могут сказать. Поэтому сегодня многие женщины, конечно же, не только выбирают для себя красивые платья. Выбрав красивое платье, надев ваши любимые украшения, красивые туфельки на каблучке, вы надеваете на себя несколько капель тет-а-тет, и вот вы уже становитесь особенной, яркая, чувственная, женственная. Вы молниеносно порхаете, как бабочка, и мчитесь навстречу своему счастью. У нас одна минута осталась до конца прямого эфира. Это последний эфир на сегодня. Это была премьера. Татьяна танцует, но невозможно не танцевать. У нас танцуют все. Да. Даже операторы танцуют, наши реквизиторы танцуют. Вообще, хочу сказать, милые наши, у нас капсульная коллекция. Сегодня впервые на телеканале Шоп-н-Шоу. Ну какой ажиотаж сегодня творится в колл-центре. Мы ждали. Мы ждали, когда вновь можем прикоснуться и вспомнить свои такие горячо любимые ароматы. Давайте сейчас вновь вернемся. Что мы предлагали сегодня? Это аромат тайны. Это персидская сирень, который завоевал в Париже на фестивале парфюмерии Гран-при и вытеснил парфюмеров Франции. Тет-а-тет ретро-классика, которую вы сегодня полюбили. А далее аромат, который называется Реноме, современное исполнение классического аромата. Но этому аромату более 40 лет. Когда-то запрещенный, сегодня дизайнеры и технологи парфюмеры «Новая заря» вновь вернули его в шоурумы Москвы. Злата Скифов – это золото буквально в вашем флаконе. Далее Кузнецкий мост классика, который иностранки специально покупают, приезжая в Россию. Кстати, у бренда «Новая заря» был еще один аромат – «Гостиный двор», который перекупили на секунду французские парфюмеры. Поэтому, когда встает вопрос, какие духи вам купить, не забывайте, что этот бренд был тогда и создан 154 года тому назад французским парфюмером. Арина Нагаева. Светлана Воронцова, не забывайте про бесплатную доставку на коллекцию от 3990 рублей. Мы вас любим. Пока. С праздником вас. До свидания.